Привет, зритель. Хоть благодаря Наташе, кстати, спасибо большое за донат. У меня теперь есть некая подстраховка, приличная, я считаю, так сказать, на случай чего, но я решила продолжить этот эксперимент. Вчера мне на самом деле особо поесть не удалось. Я вечером поужинала у родственников, потому что там кое-что случилось и кое-что нужно было сделать. А в саду много времени провела и съела один банан, попила чая с печеньем. И еще это 4 яблока схомячила. Весь мой улов. А сегодня у меня завтрак. Но, к сожалению, даже хлеб имени меня имеет свойство, ну, если его за неделю не съесть, и вовремя не положить в холодильник, начать портиться. В общем, мой хлеб, как я сегодня поняла, только что испортился. Поэтому у меня тут, кстати, сыр. Я потерла ламбер, у меня там кусочек был. Тут 2 сосиски порезаны, один кусочек. Кошке уже достался, хотя у него, да, кстати, она его выпросила, есть не стала. Там мне кефир с творожком и козьим, кстати, и еще супчик мой растительный на курином бульоне. Тут у нас кофе крепкий, который мне подписчица дарила, кстати, в чашке от другой подписчицы с молоком козьим и чайной ложкой белорусского бальзама, потому что у меня дикая мигрень еще где-то с середины вчера. Китфордовский, подарочный, ну, я тогда думаю, ни для кого не секрет, а для кого секрет, сейчас скажу. Есть приложение Китфорд, если вы когда-либо покупали у них технику и делали обзоры на их технику, и что-то выигрывали в их конкурсах, либо призы за участие получали, то можно выиграть иногда что-то путное и полезное, какую-то технику в их приложении. Розыгрыши раз в неделю. В общем, у меня тут как бы портативный блендер, и в нем творожок я взбила вместе с кефиром козьим. Чуть-чуть глотнула, в общем, он как бы допингом сюда. Тут у меня в чашке еще кефир просто козий. Я его как бы доставала в 7 утра где-то и ставила, чтобы он согрелся, из холодильника вышел. Так, кошка скоммунизила листик. С этого самого лишь бы что погрызть. Для тех, кто очень переживает за то, что у некоторых, типа меня на кухне, бардачелла прибавилось еще 2 ведра с зелеными по большей части помидорами, потому что я вчера отвязывала и вырывала помидоры из теплиц. И это мой уже не знаю какой год, или 4-й или 5-й год, это мой ритуал осенний, мне за это дают вот помидоры. Как бы родственники здесь, мне тогда забыла показать, я на поле гуляла в день, когда мне окно приходили, мерили. Я нашла немножко терной дикой сливы. Намытая, я думаю, что из нее сделать, ну, сварить компотик вместе с яблоками. Желе переехало вон на окно, в кастрюле все еще облепиха, потому что вчера почти весь день было в саду, некогда было. Там какое-то самопальное мармеладное желе. Из холодильника достала временно, потому что надо было что-то туда убрать. А пол арбузика я вчера на поздний ужин съела. У меня там немножко клюквы и немножко мармелада. Ну, в общем, такого не до мармелада, не допустила какого-то десерта из клюквы. Там вон яблоки, которые я обещала родственникам дать. Орехи, бананы все еще живы. Тут 2 противня пастилы. Я сейчас просто выключила сушилку, чтобы она как бы, ну, не шумела, скажем так. И тут еще яблоки. Ну и что, и вот мой вилку я забыла взять. Завтрак. Поздний очень, потому что сейчас уже где-то, наверное, 3 часа. Я что-то как-то так конетелилась, пока то, пока все, пока решала одну. Пыталась решить одну проблему, которую создал вчера некий внезапный человек. Ну, я решила просто записывать эти, как бы, может, конечно, не каждый прием своей еды, но чисто так посмотреть, сколько времени у меня, ну, сколько времени я смогу прожить вот так вот, чтобы не тратить больше или не тратить лишнего. Мне еще надо будет купить кошке куриных голов, у меня дождевик порвался тоже, как бы, и наполнитель кошке надо. Еще мне очень понравились одни пакеты для мусора с ручками из... А в Ашане я их брала. Сейчас я найду. В общем, вот такая от них упаковка стала. Специально оставила, просто чтобы знать. И может в среду доеду до Ашана. Может на велике, может на автобусе. Смотрю как. И вот эти пакеты, они что-то по 45 рублей стоили.
Очень хорошие, мне понравились. Может, кто не знает, то бутон тоже такая находка. Спасибо за комменты насчет того, что в фикс-прайсе есть чиа семена. Я, если получится, до них доеду. Они в том же районе, где Ашан находится, у нас только чуть подальше. И посмотрю семена. И да, мне очень приятно, что все еще есть люди, которые действительно, ну, как бы благодарны тому, что я делаю, что им действительно это нужно и важно. Я имею в виду тех, кто донатит редко, но метко. Ну и внезапно, вот вчера я обнаружила, не знаю уж на сколько человека хватит, третьего подписчика на первый уровень платной подписки. Это где вот 149 рублей в месяц вы платите, из них 70% получаю я, 30% YouTube. И вы можете пользоваться суперстикеры имени меня. И у вас появляется, если вы комментируете мой канал, значок, что вы спонсор. Ну и вы, в принципе, можете юзать стримы по ссылке, если у вас, допустим, будет человек 5 стрима для своих. Или, как я тут эксперимента ради с этого Honor. Да-да, для тех, кто там меня пытается подколоть телефоном Dexpo, он у меня помер 24 сентября прошлого года, и теперь у меня уже телефон Honor, Huawei 9А. Я на него как раз снимаю, и тут делала пару стримов. Короче, один стрим я эксперимента ради делала, что чат только для своих, то бишь только для спонсоров. Там туда Горбушкин тогда писал, их тогда было двое с Пеньком, теперь трое. Ну, в общем, короче, при случае можно будет делать стримы с чатом только для своих. Так что спасибо тем, кто поддерживает канал, так или иначе. Ну и всем пока!